Никогда бы не поверил в эту историю, если бы она не произошла прямо вот лично со мной. Всегда мечтал это сделать, друзья! Покопаться в чужом грязном бельишке. Все, мы осознали свою ошибку. Это скучно. Это кусок пластика, выкинь его нафиг, он тебе не нужен больше. Точно? Точно. Ну это вот та самая ложка дегтя, которая портит всю общую картину. Мне захотелось просто, знаешь, вот сделать так и уйти искать новую работу. Связываете ли вы эту ситуацию со своей политической деятельностью? Обязательно. Надеюсь, это останется при монтажке.